Сейчас поедем, все это сдадим. Смотрите, какая, я не знаю, какой-то кран прям здоровый, огроменный. Так, ладно, погнали. Так, давай, давай. Ох, еще под ногами прибывает. Смотрите, что творится. Еще двое сейчас прилетят. Ребятки, всем привет! Меня зовут Максим, вы на канале Funny Games TV, и у меня для вас две хороших новости. Во-первых, у нас очередная серия Terra Tech, во-вторых, сами разработчики игры, смотрите, разместили мою предыдущую серию. Им очень понравилось мое видео, и оно сейчас находится в правом верхнем углу, смотрите, на своих экранах, прямо в самой игре. А также на их странице в Твиттере, друзья. Да, мы с вами привезли в магазин, получается, товар какой-то, и нам нужно, кстати, я вот нашел такой терминал, и если на него нажать, ребятки, то открывается магазин, мы можем с вами прикупить еще какие-то вещи. Так, ну ладно, ух ты, кто-то на меня напал, ничего себе, здравствуй, друг. Привет, 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 сейчас мы тебя раздавим. Так, получай, есть, отлично, разбомбили. Ничего себе нападает у нас, да, ребятки? Так, получил, отлично, взорвали его, кстати, детали можем сдать, нам денежки нужны. Давайте сдадим все это. Так. Сегодня отправимся по заданиям, по миссиям. Так, что у меня там? Маленький аккумулятор, низкий заряд. Да, аккумулятор мне нужно зарядить, ребята. Что у нас за задание? У нас, значит, 2, 6, 5 чего-то мы там нашли. Давайте дальше мочить, ребята. Вот, я кого-то вижу. Так, это кто такой? На, получай. Получай, гад. Не подходи вообще ко мне близко, а? Они близко подъезжают, ребятки, и я их не могу взорвать. Так, взорвал, нет? Да. Ух ты, а там кто такой? Смотрите, у него что-то там дымит, ребята. Видите, у него что-то... А, нет. Вру, это ничего, у него не дымит, мы его просто сейчас взорвем, уничтожим. И раздавим. Так, давайте соберем ресурсы, какие он здесь раскидал. Вот, отлично, нам пригодятся, мы их сможем сдать. Кстати, смотрите, регион поинт какой-то, да? Давайте уничтожим. Так, а ну-ка иди сюда, год. Ну, получай, сразу ему выбиваем все оружие его и разрушаем его, ребятки. Просто накрываем его какой-то. Вот, отлично. Ух ты, нам что-то дали, ребятки. Смотрите, какую-то базу мы можем, блок какой-то. Так, это что такое? О, да, кто-то видео у меня просил показать, как аккумуляторы заряжать. Вот вы, значит, устанавливаете вот такую штуковину на солнечных батареях. И можете заряжать аккумуляторы, подсоединяйте к ней, и они заряжаются. Это, в принципе, ничего сложного, ребята. Ну все, ребятки, я подзарядил, получается, батареи. Смотрите, видите, они все заряжены, можно теперь их устанавливать. Вот, и у меня поле мое активировалось сразу. Так, вот эту штуку, которую мы подобрали, это какой-то генератор, ребят. Ну, непонятно, как его использовать пока. Вроде бы он как сам по себе может работать, но как у него... добавлять топливо, я пока не пойму. Написано, что вроде бы как в него можно какое-то топливо загружать. Ладно, пусть пока он тут где-нибудь стоит, мы его здесь оставим. Потом, если что, я думаю, что мы его в магазине купим, ничего страшного. Так, все, ребятки, давайте поедем тогда на задание. Где у нас задание с вами? Давайте будем выполнять задание. Тут, кстати, у меня очень много всяких роботов по пути. Вот здоровый какой-то робот, давайте уничтожим его. Вот, смотрите, как прет сразу на меня. Получай, получай. Ох, отлично. Просто размочим его, смотрите. Просто разбиваем. Давай, давай. Давай, наезжай на него. Мочи его, ну. Есть, есть. Отлично, взрываем вроде бы. Отлично, взорвали, ребят. Там еще один он был. Кстати, вон база какая-то. Смотрите, это что, это мне деньги капают? Да, мне. Интересно, как так? Почему мне? А, ну потому что база-то моя. Так, и кто такой? Есть, отлично. Взорвали его сразу, что ли? Ничего себе. Вот какой-то зеленый кристалл, ребятки. О, кстати, нам вот засчитывают, ребята. У нас задание с вами выполняется потихоньку. Нам вроде как засчитывают. Вот, нужно какие-то вот эти вот красные собирать, получается. Вот эти вот красные, да. Давай, давай, их взрываем тогда, их и будем их собирать. Вон, с этих камней выпадают они. Давайте уничтожать. Смотрите, какой он здоровый. У него три ковша. Ух ты, у него какие-то там пушки, по-моему, ребят, крутые. Сейчас посмотрим. Так, давай, 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 взрывайся. Есть, нормально уничтожаем. Смотрите, все, сразу взорвался. Отлично, так, еще два.
Еще два здоровых. Смотрите, какие здоровые, а. Так, давай. Есть, уничтожаем вроде бы. Давай, взрывайся. Есть, но уничтожили. Второй, третий, вернее, уже по счету, ребята. Хоть бы он... Есть, да, какую-то деталь, смотрите, мне дали. Мне новую дали деталь, ребята. Что это такое? Давайте прочтем. Длинный швеллер. Ох, отлично. Куда мы его можем закрепить? Давайте его куда-нибудь закрепим. Так, я не знаю, куда мы его можем с собой. Надо его просто взять. Вот так я его установлю сверху. Вот, отлично. Так, а вот эти детали все можем, кстати, сдать, поехать, ребятки. Давайте я, наверное, вот это вот все сюда сверху понагружаю. Вот так, и поеду, посдаю вот это все. Потому что за это очень много дают денег. Сейчас поедем, сдадим в магазин. Сейчас поедем, все это сдадим. Смотрите, какая, я не знаю, какой-то кран прям здоровый, огроменный. Так, ладно, погнали. Давай, откуда ты взялся? Ребятки, я тут и ездил, ресурсы собирал. Смотрите, уже несколько заданий повыполнял. Вот, где-то тут у меня магазин. Не могу пока его найти, ребята. А, вон, спереди где-то. Смотрите, какой-то здоровый, между прочим. У нас ночь глубокая наступила. Да, тут повыполнял несколько заданий. Какие-то камни уничтожал, в общем, на своем пути. И мне дали... выполнил миссию, получается. Вот, может, вот эти еще камни, не знаю. Нет, пока за эти ничего не дают. А может быть, простые камни, ребятки, вот эти. Так, нет, тоже. Этих орх... Харвестер. Это два. Еще не знаю. Ну, сейчас поищем, в общем. Сейчас будем искать. Я думаю, что сейчас мы эту миссию выполним с вами. А, ну вот, кстати, зеленые какие-то камни еще. Вот, да, зеленые, смотрите, надо уничтожать. Видите, 9, 10. Вот, отлично. Вот, 10 нам дали. Так, ну все, давай вот это все добро тогда сдаем. Отлично, сейчас у нас будет денег просто с вами. Куча огромная, огромная куча. Так, сдаем вот эти детали. Я не знаю, я вот это, наверное, оставлю. Вот эти мне еще дали один какой-то этот. Как его? Этот блок длинный. Или как он называется? Я уж не помню уже, как он называется. Ну, вы поняли. Ну, вот эту вот штуку, я не знаю, как она называется. Швеллер, в общем, да, швеллер, по-моему. Длинный швеллер. Сейчас мы все это сдадим. Так, по-моему, ко мне враг сейчас приедет. Давай, езжай сюда. Езжай сюда, говорю. На, держи. Он мелкий, сейчас мы его быстренько развалим с вами. Отлично. Просто разваливаем его. Все, взрывается. Сейчас поздаем все эти ресурсы. Нам пригодится все это. Так, ну что там, магазин, ты что там застрял? Долго что-то все сдается. Ну сейчас перемотаем, быстренько все сдадим. Ну куда ты взялся, а? Смотрите, какой враг. Сейчас быстренько его. Вот, все, замочили, отлично. Так, я до сих пор еще не могу ничего сдать, ребята, потому что у меня тут постоянно это... Что-то да происходит. Так, ну сейчас еще сдам. Смотрите, какие враги, ребята, ничего себе. Пиу-пиу какой-то враг. Пиу-пиу его зовут, смотрите, ничего себе у него пушек, ребятки, давайте выносим его быстрее. Ох, отлично, вроде бы издалека его расстреливаем. Классно, так. А там впереди еще, ребята, враги. Вообще ужас, какие-то здоровые. Сейчас я вам покажу. Сейчас вот этого вынесу. Смотрите, какие они тут. Ничего себе. Смотрите, здоровые какие. Так, давайте их тоже размочим. Так, ой-ой-ой, давай. Какой-то... Нет, вроде бы не новый. Вроде бы те же самые. Так, стреляем быстрее. Ой-ой-ой, как они меня мочат, ребята. Давай. Быстрее. Ничего себе. Мочим, быстрее, отлично. Так, вроде бы вынесли. Так, ничего нам нового не дали они, ребят? Да нет, вроде бы не дали. Так, а что у меня с пушками? У меня батареи сели. Так, а там впереди, смотри, еще здоровый. Так, давайте, знаете что, давайте... Я вот на вот эту свою штуковину вот сюда поустанавливаю новые пушки. Ну, вернее, как новые, не новые. Ну да, новые, в смысле, что побольше. Так, сейчас вот эти поворотные лучше надо установить. Так, и вот этого врага давайте уничтожим, смотрите. Геокоп Курма какой-то, ничего себе. Тоже здоровый. Так, уничтожаем, выбиваем все. Отлично, но у него пушек нету. У него практически нет пушек. Во! Нам какую-то новую защиту дали, ребята. Смотрите, ничего себе, огромный блок защитный, да.
Большой защитный блок какой-то, ребятки, мы можем установить теперь. Ладно, поехали на задание, а дальше, так, что нам? Вот сюда задание какое-то, еще где задание? Так, больше вроде бы нету никаких заданий. Все, я также до сих пор не знаю, какие камни эти разбивать, ребята. До сих пор не могу найти, где эти камни. Все камни уже подряд мочу, но что-то не получается, у меня не выходит. Так, так, какое-то задание нашел, ребята, какого-то надо... Смотрите, уничтожить врага, давайте уничтожим его быстренько. Так, что ты хочешь, Эр? Ну, он тоже не маленький, смотрите, ох, ну мы его быстро сейчас с вами взорвем. Давай, 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 подлетай, подлетай, есть, отлично. Отлично, ух ты, смотрите, еще кто-то прилетает, ребятки. Так, еще два, ух ты, уничтожаем. Ничего себе, кто такие, держи. Вы кто такие, я вас не звал, так, отлично, одного уничтожили. Еще один. Он застрял, ребята, смотрите, застрял. Ну все, сейчас ему хана придет просто. Сейчас задаем. Ну смотрите, какой-то дождь просто есть, отлично. Так, уничтожили. А, нам дали опять какое-то следующее задание. Смотрите, нужно вон туда как-то далеко ехать. Так, ну сейчас, ладно, съездим. А, доберемся до туда и попробуем уничтожить. Так, ребята, смотрите, здесь какая махина. Две, да, по-моему, два врага. Да, два или три даже, ребята. Смотрите, какие машины. Ох-ох-ох, давайте уничтожим. И там где-то еще я видел целую армию. Ох-ох-ох, что он сделал? Он его перевернул, смотрите. Ага-га, сами перевернулись. Ну, сейчас вам хана придет. Смотри, смотри, что получилось. Так, ух ты, какие у него там ковши, а этот задом к нам. Давай, быстрее, стреляем. Стреляй, 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 стреляй. Отлично, ну... Ой-ой-ой, давай, есть, отлично, уничтожили. Так, что у нас, следующий уровень нам не дали? Нет, пока не дали, ребят. Так, ладно, давайте дальше тогда двигаем. Вон следующая точка у нас на карте. Где-то здесь я тоже видел врагов. Ух ты, ребята, вот враги какие-то, давайте уничтожим сразу. Смотрите, трое. Ух ты, давай, уничтожаем, есть. Ох, у них пушки вот эти. Давай, 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 давай. Вот эти спереди пушки у них установлены. Мне вот они как раз нужны. Я бы хотел их себе установить. Так, давай, давай. Ох, еще подмога им прибывает. Смотрите, что творится. Еще двое сейчас прилетят. Давай уничтожаем. Быстро, быстро, быстро. Ой-ой-ой, давай бегом. Ой-ой-ой, смотрите, у меня спереди уже все подбито, все моргает, ребята. Они меня сейчас все уничтожат. Фух. Нет, вроде бы уничтожаем. Так, давай, 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 давай. Отлично. Ох, один остался, все. И вот еще рядом кто-то, ребятки. Давайте еще уничтожим его. Я думаю, что все. Ух ты, там какой-то еще здоровяк появился. Что такое, откуда они берутся? Так, давай, 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 взрывайся, взрывайся уже, мелкий ты гаденыш. Так, вроде бы уничтожаем, ребята. Все, отлично. Ух ты, нам очки опыта опять дали. И вон следующее какое-то задание, можем к нему двигаться. Давайте вот этих уничтожим. Тоже какие-то здоровые. Ух ты, да что такое, откуда вы тут беретесь, а? Смотри, сколько их тут. Просто, там вон тот вообще большой, ребята. Так, давай, взрывайся ты уже, а. Есть, так, смотрите, они мне спереди все разбили. У меня колесо уже одно болтается, так. Давайте поедем, вон там подлечимся. Вон там я вижу точку, где можно подлечиться. Давай развернемся туда, вон. Поедем, подлечимся. Фу-фу-фу-фу, ух ты, страшно. Так, ух ты, вот это что такое? Смотрите, мне что-то дали опять. Ресивер какой-то здоровый, ребята, давайте его возьмем. Отлично, я знаю, для чего эта вещь, я потом вам, если что, покажу. Она вот собирает, смотрите, видите? Собирает дети, получается. Так, а что такое? Ой-ой-ой-ой, все, солнце-то село. Солнце село, ребятки, и все. И не работают у нас генераторы. Придется ждать утра. Так, ну ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Мы, в принципе, неплохо с вами уже сегодня задание повыполняли. Смотрите, сколько у нас очков. 4300. Следующий уровень скоро будет. И тут 4500 за добычу материалов нам дали. Все, ребят, с вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Комментируйте, добавляйтесь, друзья, ко мне ВКонтакте. Всем пока, ребят.